равная игра была, на какой-то ошибке мы ее совершили, допустили гол. В итоге проиграли. В принципе, добавить нечего. Молодцы ребята. Тяжело где-то, но, скажем, есть свои тонкости. Не хоккейные. Не буду пока о них говорить. Скорее всего, потом скучу. Все идет упорно, все идет до забитой шайбы, до одной ошибки. Поэтому хороший гол сейчас забили. В эту игру выиграли. Готовимся к следующей. Единственное, что хочу сказать, это для наших молодых ребят, да, третий год, второй год, это для них неоценимый опыт. Вот эти вот игры, такой соперник, да, и о чем я говорил после «Динамо», что плей-офф – это немножко другой турнир, это немножко другие игры. И вот этот опыт, который они сейчас получают, через, проходя через эти игры, им потом, в общем, это все поможет, и они станут крепче, они станут быстрее, начнут расти. Поэтому я за пацанов доволен, рад. Спасибо. Командная победа.